Вы смотрите видео об отеле Анксана Ихара Resort & Spa. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Анксана Ихара Resort & Spa расположен в стране Мальдивы в регионе Мальдивы и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 35 километров от аэропорта Г. Мале, на острове Ихуру Северного Мале Атолла. Территория гостиницы занимает 16 200 квадратных метров. Размеры острова – 160 метров и 150 квадратных метров. Уютный маленький курорт класса Лакса с тихой спокойной атмосферой. Отличительные особенности – уникальная программа обучения кулинарному искусству мальдивской кухни и морская лаборатория. На острове организуется проведение свадебных церемоний. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один открытый бассейн, спа-центр, услуги врача, прачечная, обслуживание номеров, депозит в день заезда, Wi-Fi в лобби бесплатно, художественная галерея Art and Crafts Gallery, морская лаборатория Marine Laboratory, школа кулинарного искусства Maldivian Cooking School. В номерах есть ТВ, центральное кондиционирование, мини-бар платно, сейф бесплатно, душ, фен, телефон, CD-проигрыватель, набор для приготовления чая и кофе, халат и тапочки, керамическое покрытие, терраса с обеденной зоной, качели, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 25 Beachfront Villas, 46 квадратных метров, максимум 3 человек, 25 Deluxe Beachfront Villas, 57 квадратных метров, джакузи, прямой выход к пляжу, максимум 3 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть центр Анксана Спа, отдельный мир на острове в окружении сада, к услугам гостей различные сеансы массажа, включая традиционные тайские и шведские программы релаксации, ароматерапии и косметологии, йога, аюрведа, в спа-бутике можно приобрести фирменные косметические средства. Пляжный волейбол, настольный теннис, настольные игры, дайвинг, скуба-дайвинг, снорклинг, виндсерфинг, катамаран, парашют-каноэ, водные лыжи, рыбалка, лодка со стеклянным дном, лодка-банан, круизы. Для детей есть детские стульчики в ресторане, по запросу, детская кроватка по запросу, собственный, песчаный, домашний риф в 5 метрах от берега. Год постройки гостиницы – 2000. Год, когда был сделан последний ремонт – 2008. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.